подписывается соглашение о взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой России и правительством Республики Хакасия. Соглашение подписывает глава Республики Хакасия, председатель правительства Республики Хакасия Виктор Михайлович Зимин. Так, мы в ваших руках. Это первый шаг в нашей совместной работе. Обязательства по любому договору взаимны, поэтому вы знаете, что мы всегда с вами, мы вместе делаем одно очень большое и важное дело, и так оно и будет всегда.